Всем привет! Мы находимся в историческом месте Москвы и даже России, Старый Арбат, а возле памятника Окуджаве поэт-песенник Бард, мечтатель. На этом месте часто мы можем видеть начинающих поэтов выступления их, актеров начинающих. Вот и я хочу немножечко экспромтом попробовать себя в качестве поэта или актера. Итак, мы мечемся, работа, быт, семья. Нам сердце некогда порой послушать, но на бегу мы видим лишь тела. Остановитесь, чтоб увидеть души. Так вот, мы остановились на душе. Душе. Это как бы... Как это связано с тем, о чем я вам хочу рассказать? А рассказать я хотел вам о последнем значимом событии, которое произошло в моей жизни. Я совершил восхождение на 5642 метра. Как это со мной случилось? По какой причине я туда забрался? Я сейчас попытаюсь восстановить в памяти. Скорее всего, это связано с состоянием моей души. В определенный момент этой жизни у меня появилась потребность в каких-то новых целях и достижении этих целей. Многие цели я в этой жизни достиг, и хотелось что-то новое. Как-то в беседах мне пару раз попадалась информация об Эльбрусе. Раз, два, что такое Эльбрус? Я начал гуглить в Яндексе, искать информацию. Наткнулся на то, что формируются группы для подготовки и восхождения на Эльбрус. Я, недолго думая, записался в одну из групп. Подготовка и сбор этой группы как бы где-то около месяца продолжался. Мы все встретились в минеральных водах. Итак, люди, я в минеральных водах, температура 27 градусов, скоро 11 часов. Мы формируем группу, сейчас поедем дальше. Куда поедем? Как? Юсту? Поселок. Ой, не выше бы сразу. Ладно, потом скажу. Я из Москвы туда прилетел, в минеральных водах сформировалась эта группа. Группа у нас была 9 человек, мы абсолютно с разных городов были. Это Москва, Тюмень, Новокузнецк, ну и Омск тоже. Нас поселили в гостинице у подножья Эльбруса. Вот наша гостиница.
Высота была 1800 метров. Эта высота уже чувствовалась. Чувствовалась на состоянии организма. Мы там начали проходить адаптацию. Адаптацию необходимо было проходить 7-8 дней. Первые два дня, первый день мы получали экипировку, инструктаж проходили, первый день выходили. Итак, мы уже вышли. Время 9:30 где-то, да, высота 2200. 2200 где-то, да. Идем дальше. Первый день выхода. Возвращались обратно. Второй день опять 2800, другое место ходили. Так, высота 2900, говорят. Сейчас за 300 метров осталось подняться. Я в фирменной кепке. Возвращались обратно. Таким образом, адаптацию на нижней ступени мы проходили. Вот как это выглядит. Затем на третий день мы переселились на высоту 3800. Там менее комфортные условия были. Мы жили в бочках. Высота 3800, Эльбрус. Времени сколько там? 2 часа? 2 часа дня, да? Вот. Мы здесь будем проходить. Вот в этих бочках будем жить по 10 человек. Два дня адаптация будет, а потом штурм 5640, да? 5640 Эльбрус. Вот такой видок. 3800. И ночевали на нарах. Это дощатые двухуровневые кровати в бочке, где живет 10 человек без отопления. Ну, правда, обогреватель там был. Ну, вот наша бочка. Да, да. Давай посмотрим, где мы будем жить. Вот. Вот наши нары двухъярусные. Вот мое место. Тут я буду три дня минимум. А рядышком снег был, погода была прохладная. Вот он, снег. У нас привал. Прохладное. Были условия, так скажем, спартанские. Я давно в таких условиях не жил, уже привык к комфорту. Было интересно. Оттуда мы два дня ходили на высоту 4700 и возвращались. А живя в бочках, мы как бы близко друг с другом контактировали. А люди разные были, разных профессий, разных городов. Ну, интересные люди. И зачем они там? Интересно, зачем они пришли туда? Concerned with status, but still leaving them starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge.
judge you, cause it makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help, or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, Ryu had the stupidest verses. Dude is the truth, now everybody giving them guest spots. His stocks through the roof, I heard he fucking with S-Dot. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cock, the type women wanna be within. Rappers hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He don't think it's a comment on his name. People keep asking him, was it giving that birth, or does it stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Две девушки были решили таким образом отметить день рождения свое. Парень был с Крыма, он второй раз, у него вторая попытка была восхождения. Первая попытка была неудачна, он не дошел по определенным причинам туда. Это была его вторая попытка. А был один студент, была одна девушка, 26 лет. Но что самое интересное, был и я, которому было 66 лет. А через месяц мне будет 67. И вот я у своего инструктора, инструктор 10 лет уже водит группы, но примерно больше сотни групп у него было. Я у него спросил, были ли старше меня или моего возраста люди, которые восходили в его группах. Он подумал задумчиво и сказал, нет. Были 63 и 65. Люди, но они не доходили до вершины. Вы первый. Но меня это взбодрило. Рива, вот какая красота, смотри. 3400 высота. Мы на вершине. Ох. Чигет. Вот такой он чигет. Дышится уже нелегко. Группа вышла на тренировку. 24 сегодня, да? Да. 24 июля. Вот. 3800 всего лишь. 3800. Да. Сейчас будем тренироваться. Подготовка заняла 7 дней, она включала, значит, адаптацию обязательно, потому что восхождение на высоту 5642, оно довольно-таки опасно для здоровья. Свыше 5000 метров считается экстремальная высота, и неизвестно, как организм человека поведет себя. День третий, высота 4770, вот такой вид. Идем на 4700. Тяжеловато. Пьем чай. Дышится тяжело. Идем дальше на 4700. Вот такие виды открываются. Она вот туда. Вот.
Вот я, ваш представитель, забрался на высоту 4700. Скалы Пастухова. На скалах Пастухова 4700. Голос нету. Голоса нету. Почему-то изменился голос. Вообще. Бывает такое, да? А вот видели. 4700. Следующий этап 5642. Поэтому нужна специальная подготовка. Кроме адаптации, подготовка заключалась в том, чтобы нас учили ходить в связке, пользоваться ледорубом. При экстремальных ситуациях, при срыве со склона, как пытаться зафиксировать себя, как обезопасить себя при восхождении, как пользоваться экипировкой. Свыше 5000 метров может быть головокружение, рвота, плохо соображаешь, отек мозга. Просто потеря ориентации. И за этим надо следить. Поэтому там приходилось на 3 человек один инструктор. То есть у нас 9 человек было, плюс 3 инструктора. Видос. Чуть-чуть так, чуть-чуть. Какие у меня были проблемы при восхождении? Ну да, мы вышли ночью, в 2 часа ночи, нас на траках, как это сказать, десантировали на 4700. 4700, ну тяжело. И оттуда мы уже штурмовали высоту. Почему в 2 часа ночи разбудили? Потому что там есть правило такое, до 12 часов группа должна зайти на вершину. Та, которая не успевает, группа на вершину, спасатели не пускают просто по времени, потому как после обеда там часто бывает непогода и быстро наступают сумерки, и при спуске могут быть проблемы. А это никому не надо, ни инструкторам, ни спасателям. Смотри, красота какая! Вечерний закат. 7 часов вечера. Высота 3800. Мы в лагере ночуем. Очень красиво. Супер. Поэтому есть правило. До 12 часов не успевает группа зайти. Все. Возвращается обратно. Поэтому мы вышли в 2 часа ночи. И на вершину мы забрались в 11 часов. Уже были там на вершине. Какие у меня были проблемы личные? Да, головокружение, сонливость, легкая потеря буквально ориентации была. Что интересно, на высоте свыше 5000 метров пища вообще не усваивается, а там нужны быстрое восстановление мышц. А для этого используются быстро усваиваемые углеводы. И самая подходящая пища там оказалась, это детское питание. Поэтому мы брали в тюбиках, у меня 8 тюбиков детского питания было. И я каждый час
по два тюбика детского питания просто выдавливал себе в рот. Это давало энергию, потому как это быстро усваивалось и давало силу мышцам. Быстрые углеводы, правильно? Да, быстрые углеводы. Мясо, там, рыба и другие продукты, они практически там не усваиваются. А если усваиваются, то очень долго усваиваются. И там есть такая, так скажем, состояние у некоторых просто состояние рвоты, поэтому есть-то особо там не хотелось. Сейчас глаза свои покажу. Вот они. Как говорила моя мама, тяжело, но дышать надо. Идем дальше. Но надо было для восстановления сил, поэтому самое подходящее – это какой-нибудь батончик сладкий или питание детское, то есть пюре. Мы, общаясь в группе, мы, конечно, друг другу задавали вопрос, что нас сюда привело, зачем нам это надо. Особенно, глядя на меня, все сомневались в моих способностях. Как бы, зная, сколько мне лет, наверное, многие там подозревали, что я не дойду. Но из группы у нас не дошел один человечек. На 5200 пришлось вернуть его. Ему стало совсем плохо, и он был не готов идти дальше. А 8 человек дошло до вершины. А ощущения были ужасные. Если бы не группа, вот одному идти, я бы, наверное, бы вернулся. И, скорее всего, почти каждый из группы в одиночку вернулся. Потому что группа, вот коллектив помогал друг другу, понимая, что ты не один, понимая, что всем тяжело, всем очень тяжело. Давайте привет! Всем привет! Всем привет! Когда сойдешь сюда, будет классно, прям вообще кайф. Всем советую. Муа! Муа! 4700. Все превозмогали, там не столько физическая такая вот нагрузка, хотя она тоже там значительная была, психологическая, то есть на каких-то этапах хотелось бросить это все и вернуться. Но понимая, что ты это не можешь сделать, ты подведешь коллектив, ты в связке, ты в группе идешь. И ты продолжал идти тупо. Сознание, уже соображения не было. Ты просто, глядя на впереди идущего, на его пятки, шел нога в ногу, шел нога в ногу. О! А ну давай, гламурной походкой. Вот они, победители жизни. Вот они так выглядят. Там какие были трудности? Нехватка кислорода. Допустим, зажигалку там зажечь невозможно. Она просто из-за недостатка кислорода не горит. В группе было люди курящие, но курить им не пришлось, потому что сигареты там тоже не горят. Пришлось терпеть. Я на Лебусе. Я с тем. Высота 5640. Высота вокруг. Здесь.
А восхождение это заняло вот с 2 часов ночи и до 11, а потом еще возвращались, ну где-то после обеда мы вернулись. Так тяжело, но я вижу, всем тяжело. Радуется не только мне одному. Одинаковые примерно ощущения. Поэтому держимся все гуськом, отдыхаем, идем. Ощущения необычные, новые, первый раз в Масломаркет со мной на эту гору Эльбрус, на вершину карабкается, ползем, идем, обязательно дойдем. Я считаю, что жизнь прекрасна. И каждому нужно испытать это чувство легкой эйфории. Цитрамон. У кого-то цитрамон, а у меня просто прекрасные виды. Столько было времени подготовки. И я поняла, что это все вообще не зря. Я чувствую себя просто превосходно. Я иду и улыбаюсь. Это все, что мне надо от этой жизни. Просто кайфовать. Пока никаких что значит, эмоций, пустота. Все отлично. Фух. Идем смело, сильно и прямо. Иван, красавчик, молодец. Лежим, сейчас отдыхаем, на 5-350. Коллеги, родственники, друзья, сегодня 27 июля, 1 часов 23 год. Я нахожусь в самой высокой точке Европы и России, 5642 метра. Масломаркет развивается не только в ширину, но и в высоту. Масломаркет достиг вершины своего развития. 5642 метра. Я поздравляю всех вас и себя тоже. Спасибо. И организм истощенный был. Хотелось бросить все, но обратно возвращаться еще было страшнее. Поэтому приходилось идти вперед из-за чувства страха, что назад я один не могу пойти. Поэтому пришлось идти с группой. Ну да, наверное, вот этот участок был, хотя там мы со страховками шли, но он был самый сложный. Я шел, впереди меня шел мужчина, 41 год, он как раз
с Крыма, который второй раз восхождение, и я видел, как у него ноги просто болтались, он пытался их сориентировать, чтобы поставить четко на землю. Это говорило о том, что он тоже как бы, ну, терял ориентацию, просто тело у него балансировало на грани срыва. И я понимал, что мне ни одному так плохо. И это придавало мне сил, а я ведь чувствовал себя, мне казалось, что я чувствовал себя немножко лучше, чем он. Он это может, значит, и я смогу. Когда уже появилась вершина близко, и мы, конечно, какой-то произошел прилив энергии, новый прилив энергии, вот она, вершина рядом, и вся группа как-то взбодрилась, и мы ожили. Состояние эйфории, вот оно приближалось, вот оно уже рядом. И люди уже, как бы прикладывая последние усилия, взобравшись на эту вершину, вздохнули и сказали: вот оно свершилось. И вот она эйфория, счастье, радость. Но какая-то физическая опустошенность, дышать тяжело, надо что-то сказать, а говорить тоже тяжело. Отдышавшись, мы что-то пытались там сказать. И зафиксировавшись там, нам пришло сознание, мы это сделали, мы достигли. А потом был путь обратно. И когда был путь обратно, он тоже был нелегкий. У кого-то колени совсем, сухожилия сдавали. И когда мы шли, сами себя спрашивали и друг друга, захотим ли мы вернуться сюда. И все, практически все говорили: нет, больше не пойду никогда, в жизни больше не хочу. Но спустившись в лагерь туда, пробыв еще два дня, пообщавшись, мы поняли, что у нас как бы прошло вот это состояние ужаса, который мы пережили, состояние психологической травмы, психологического насилия над собой и физического тоже. Пережив, то есть какие-то вот плохие моменты стали уходить, и остались такие хорошие впечатления, и у нас уже появились, а может быть, и это возможно, возможно. Но пройдя еще какой-то период времени, вот я сижу сейчас и думаю, а пошел бы я туда? Ну, в принципе, а почему бы нет? Почему бы нет? Maybe, maybe. Нет, стоя на вершине, да, а стоило ли оно того? Да. Там такая красота, ну, одно дело, ты летишь на самолете, даже на 10 тысячах метров облака внизу, а ты просто реально там стоишь на облаках, просто на облаках. Облака у тебя у ног. Такая красота. Я сам дальтоник, но все равно видел эту краску цветов. Вот эта игра солнца, неба, гор, вот эти лучи, ну, это просто не передать. Я не знаю, я такого в жизни, вот такой красоты, вот такого пейзажа, вот такого вида, ну, не видел, не видел. Это самое красивое зрелище было в моей жизни, наверное. Сказать, что стоило из-за этого, если бы мне сказали, вот из-за этого поднимись, я бы, наверное, не стал подниматься. Меня сподвигло что-то другое на это, скорее всего. Вот все-таки зов души достичь каких-то определенных результатов, сделать то, что я не делал в этой жизни, познать неизведанное. Поэтому я всех рекомендую, тот, кто еще лежит на диване, встать и начать что-то делать. Надо идти куда-то.
Движение есть жизнь. Без движения жизни нету. Не надо успокаиваться. Ставьте цели и идите к этой цели. Вот поход к этой цели, преодоление препятствий на пути к этой цели и есть вот то удовольствие, которое человек получает в жизни. Наверное, из-за этого я и пошел, для того, чтобы получить какое-то удовольствие от того, что я прошел какие-то трудности, какие-то сложности и, наконец, достиг цели. Состояние эйфории получил. После этого, нет, я не успокоюсь, я найду какую-нибудь другую цель, обязательно найду, и опять пойду к ней. Вот в этом и есть, наверное, зов души и смысл жизни – это движение, движение, движение к чему-то и достижение. Могу сказать, на второй день, когда я в лагере пребывал, у подножия на высоте 1800, у меня на второй день из носа кровь побежала. Ну, это поднялось давление. Это было ночью, я быстренько в туалете это все успокоил. Принял таблетки, понижающие давление, и ни в коем случае никому не сказал. Не дай бог, инструктор об этом узнает, меня могли не допустить просто к восхождению. Поэтому это осталось тайной, и я каждый день периодически принимал таблетки, ну, Липрел, для понижения давления. Вот это самое страшное для меня было. Вдруг у меня побежит кровь, и все. Ярких впечатлениях. Это, конечно, природа. Это природа у подножья. Вот эти цветы, вот эти травы, вот эта экзотика. Она настолько впечатляет. Я как-то к горам был равнодушен абсолютно. Но вот это хождение по горам меня настолько впечатлило. Это не пустыня, это место, где есть все. Есть радость для глаз, есть удовлетворение для души, есть физическая нагрузка для тела. И это в комплексе дает такие ощущения, ну, которые как бы вот здесь, на Арбате, ну, сложно испытать. Самое яркое впечатление, но там много таких ярких впечатлений, это и купание под водопадом. Самое впечатляющее там было, это ощущение, когда я давал интервью, там на высоте 3800, это вот те облака, которые прямо были у моих ног. Я стоял у обрыва, и эти облака вот висели, вот прямо под обрывом висели надо мной. Это такое впечатление, что как я, как вроде бы ангел, ну, я уж не говорю, что Господь, но как вроде бы я ангел и хожу по этим облакам. Ну, это вот, наверное, самое яркое. Я просто представил, что я стою на этих облаках, и вокруг горы. Это все равно, что как вот Иисус Христос ходил по воде. Вот такое примерно состояние было. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавина одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил.
И пусть говорят, но нет, никто не гибнет, царя так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут.